Вот такой подарок, в котором можно найти фломастеры, кепку и сладости, получат более 300 ребят, чьи родители работают врачами в Щелковской областной больнице. Ко дню защиты детей местный предприниматель Андрей Шалунов и региональное отделение Общероссийского народного фронта организовали акцию «Дети врачей». Правила ее просты. Ребята получают подарок, а внутри находят вкладыш, на котором дается небольшое творческое задание. Например, можно рассказать стихотворение или спеть песню для мамы и папы, записав это на видео. Рассказать какой-то стишок, сделать какое-то творчество и это все выложить в соцсети с хэштегом «Дети врачей». Мы по хэштегу потом их находим и в трех номинациях мы определяем победителя. Главный приз у нас iPad, второй приз у нас смартфон и третий приз – это детский квадрокоптер. Акция «Дети врачей» продлится до 5 июня. Победителями станут самые артистичные и харизматичные юные участники, чьи выступления соберут больше всего лайков в социальных сетях. Самим врачам идея акции очень понравилась. В таком жестком рабочем графике пообщаться с родными получается не всегда, и поддержка от близких становится особенно важна. От имени всех наших сотрудников, первого филиала и остальных филиалов, которые работают с COVID, все медицинские работники и прочее, хотел вам сказать большое спасибо за участие активное в нашей жизни, за то, что вы нас не оставляете и всегда поддерживаете. Рост количества заболевших с каждым днем замедляется, но медработники не покидают свой пост. Смена врача в ковид-отделении иногда длится по 24 часа. И работа отнимает много сил. Организаторы акции уверены, добрые слова и творческие номера от детей помогут поднять настроение тем, кто спасает пациентов. А с хорошим настроением появляются и силы для дальнейшей борьбы с коварным заболеванием. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.